меня подружка просто встречается, и вот он не пьет, не курит такой. Таджик? Ага. А, ну тут просто что-то правильное, а ну, любой национальности хватает, и нормальных, и уродов. Я говорю, как ты, Лена, говорю, мы же не можем, чтоб не забухать, блядь. Нам надо хоть пивка, бля, попить, в конце концов. Нам же на работе сильно, что не погуляешь. Да, а ну, так... Вечерком вроде как освободился, пошел там, взял пивка там или с ладошечки там. Джинтоника какого-то. Ну да, что-то такое, блин. Ну ты шо, не пьет, блин, все. Ну, может, спортсмен. Да нет, он у нее не курит, не пьет, ест только чисто национальное блюдо, Ленка скухарит. Ну, тоже приготовит там другой раз, мы пойдем там, да, там, поедим там и посидим. Не-не-не, я говорю, Ленка, тут специально, чтобы ты, говорю, его не проворожил. Алло. Алло. Нет соединения.